дорогие, волшебные, уникальные, самые лучшие на свете женщины. И не только Фабелик, все женщины во всех странах мира, где наступает весна. Вы знаете, я не удержался и решил первым поздравить вас с праздником 8 марта. Я Андрей Бурматиков, фэшн-директор Фаберлик. Желаю вам счастья, удачи. Пусть вас балуют подарками ваши близкие. Сами балуйте себя подарками. Ни в чем себе не отказывайте. Экспериментируйте, мечтайте, желайте о лучшем. Добивайтесь этого лучшего для себя, для своих семей, для детей, для любимых людей. И этот праздник ваш праздник. И еще раз я хочу сказать, что не удержался. Сегодня 6 число, 8 марта, через пару дней. А через еще несколько дней, 22 марта, когда Фаберлик исполнится 22 года, в Москве, в Гостином дворе, на Красной площади произойдет удивительное, грандиозное, потрясающее событие. Мы впервые покажем на Moscow Fashion Week показ Фаберлик Кутюр. Эту коллекцию я создавал вместе с моими коллегами, с моей замечательной командой в 4 странах мира. У нас самые крутые художники, у нас уникальные люксовые ткани из Италии, у нас кашемир, шелк, ламе, в общем, все, что только создается для подиумов и для софитов красных ковровых дорожек, мы используем для этой фантастической коллекции. Это будет удивительное шоу. И все, кто захотят посмотреть ее, могут посмотреть ее в онлайн-трансляции. Но если вы полны решимости лично увидеть это удивительное событие, это действительно будет самое главное модное событие сезона, а может быть всего года в нашей стране, вы можете попасть на него вживую. И для этого вы должны победить в конкурсе, который я сейчас объявлю. Вы должны для того, чтобы получить приглашение на показ, написать нам в нескольких наших группах ответ на простой вопрос. А почему именно вас я должен пригласить на этот показ? Что вы сделали для этого? В чем уникальна ваша жизнь? Просто о вашем хорошем настроении. Пришлите, может быть, фотографию. Я лично прочту все ваши заявления, просьбы, предложения, стихи, поэмы. Все, чем вы способны нас удивить. И через неделю мы выйдем в эфир. И, может быть, самое интересное и забавное прочитаем. И я объявлю имена тех, кого я приглашу лично на наш показ. Это будет самое грандиозное событие в этом сезоне. С вами был фэшн-директор Фаберлик. Жду вас на фэшн-шоу Фаберлик Кутюр. Ну и не забывайте, вы самые лучшие на свете, наши женщины.